Друзья, всем привет! В этом ролике я расскажу, как пересаживаю и переваливаю свои комнатные томаты и перцы в горшки большего объема. В начале апреля я посеяла семена двух сортов томата черри и трех сортов острого перца. Прошло полтора месяца, и сегодня моя рассада готова к пересадке, точнее перевалке. Мне нравится именно переваливать растения из одного горшка в другой без разрушения земляного кома и с минимальным повреждением корней. Так растения легче переносят пересадку и быстрее трогаются в рост. Это острый перец, сорт дракоша, один из моих любимых карликовых перцев для выращивания дома. И он явно засиделся в этом маленьком горшочке. Делаю углубление в грунте. Сразу скажу, мне нравится работать с землей голыми руками без перчаток, поэтому прошу прощения за грязные ногти и руки в земле. Извлекаем наш перец из горшочка. Да, ему там было явно тесно. Корни оплели весь земляной ком и просят пересадку в емкость побольше. Что касается объема горшков для пересадки, я использую горшки объемом не менее 5 литров. В днище горшка обязательно проделываю дополнительно дренажное отверстие. Затем на дно насыпаю слой керамзита, а поверх него уже почвогрунт. Итак, помещаем нашего дракошу в лунку. Подсыпаем немного земли с боков. Чуть-чуть уплотняем землю вокруг растения. Можно также постучать донышком горшка о стол, чтобы земля немного осела. Все, наш дракоша обрел новый дом, а мы переходим к пересадке, к перевалке комнатного томата. Это мой самый любимый сорт томата для дома. Он называется Tiny Tim, крошка Тим. Это старый сорт голландской селекции, полученный еще в середине прошлого века. Очень урожайный и совершенно беспроблемный. Давайте посмотрим на корни. Да, нашему помидорчику в маленьком горшочке тоже было явно тесно. Снимаем донышко, убираем высохшие семидольные листочки и помещаем наш помидорчик в лунку. Да, еще пока не забыла, в качестве грунта я использую смесь почвогрунтов «Малышок» и «Волшебная грядка». И также добавляю к этой смеси немного огородной земли с нашего участка. Маловато у нас лунка получилась. Надо ее заглубить. Томаты я всегда сажаю с заглублением. Они легко образуют дополнительные корни на стебле, а сильная, мощная корневая система – это залог нашего хорошего урожая. Помещаем крошку Тима в лунку, подсыпаем с боков немного земли, чуть-чуть уплотняем землю вокруг растения. Можно также несколько раз постучать донышком горшка о стол, чтобы земля немного осела. Вот и вся перевалка. Быстро, главное просто. И у вас все тоже обязательно получится. А у меня теперь на веранде в своих новых больших горшках подрастают 7 карликовых томатов черри, двух сортов крошка Тима пигмей, а также 6 острых домашних перчиков, трех сортов дракоша, маленький эльф и взрывные угольки. Спасибо за внимание. Я желаю вам только отличных урожаев и до скорых встреч!